Автомобили, поезда, самолеты. О том, как организовано транспортное обслуживание на территории региона, журналистам рассказали на пресс-конференции. В 2014 году все существующие направления пригородного железнодорожного сообщения будут сохранены. Причем издержки за содержание маршрутов Иваново-Ярославль и Иваново-Юрьев-Польский наш регион полностью берет на себя. Ярославль и Владимир от каких-либо компенсаций отказались. Что касаемо авиаперевозок, то к существующим рейсам на Москву и Санкт-Петербург летом добавится еще два южных направления – в Анапу и Симферополь. Улучшилась ситуация, по мнению чиновников, с городским транспортом. Практически все маршрутки новые. График перевозчики стараются соблюдать. С теми, кто ездит с отклонениями от заявленного плана, комитет по транспорту попросту расторгает договор. Один подобный случай уже был в этом году. Нет практически жалоб на отмену графиков, нет жалоб об изменении маршрутов движения. В основном это жалобы на поведение водителя, то, что курит, и на хамское отношение кондуктора к гражданам. Вот о чем сейчас идут жалобы.